в Ютубе. Яка гарна дівчина. Ви звідки? З Києва. А що такі без настроєння? З настроєння. З настроєнням? А що случилось? Ну, какая-то такая. Готовите кушать? Нет, я уже покушала. Так вы чем занимаетесь тогда? Режу. Режете? А что режете? Русских. Ты что? Русских режу. А, русских режешь. Понял. И как, получается у тебя? Получается. Слушай, а когда уже русские дойдут до Киева, как ты будешь петь? Резать буду. Да кого ты там можешь резать? Кроме картошки своей. Ну, ты же понимаешь, то, что ты малолетка тупая, потом тебе придется отвечать за эти слова. Вот. Потому что ты в прямом эфире, тебя уже видят люди. Это все равно сохранится в интернете. И фильтрацию ты по-любому не пройдешь. Хорошо. Да? А за что ты их режешь? А ну, давай расскажи мне. За существование. За существование? Подожди, а вас резать не надо за ваше существование? Не, а почему нет? Ну, а ты нацистка. Ты нацистка, явно выраженная. Я с тобой встретился, начал общаться. Вот, я не говорил то, что я режу хохлов, блядь, или смерть вам, блядь, желал. Блядь. Вот, а ты реально нацистка. А потом вы спрашиваете, за что вас бомбят. Вот вас за эти ваши слова, которые вы, блядь, ляпаете нахуй своим тупым языком. Да, за слова. Ну, за слова же надо отвечать. Да. Ну, тогда чё жалуетесь? Тебя же устраивают вот эти кладбища, блядь, украинские, километровые? Устраивает же? А русские устраивают кладбища? А покажи мне их. Давай я тебе твои покажу. Давай я тебе твои покажу, а ты мне покажи. Иди посмотри. Так я был, нету таких километровых кладбищ. Ну да. Да. Ну, так покажи, у вас там в интернете это все есть и в Телеграме. Покажи русские, наши. Мне лень до ноутбука идти. Ага, тебе лень. Давай я тебе покажу это, ваше. Вот за то, что ты вот сидишь, вот это больше ваших украинцев умирает просто. Вот. Да. Выйдя на улицу, даже посмотрев, то что это, ваших хлопчики вхапают уже ТЦКшники, на убой отправляют. Тебе же, вот. Ты сидишь, просто ляпаешь своим языком, а за то, что ты ляпаешь, вот твои хлопчики и умирают. Ваша нация просто вымрет. Да. Да.